Брачане хотят сами создавать ледовый городок. Братская творческая группа «Ландшафтный миг» подала заявку на участие в городском конкурсе проектов ледового городка. При разработке проекта команда из Братска основной задачей ставила себе задумку сделать ледовый городок нерушимым. Всего над эскизами работали 10 братчан, которые хотели сделать городок отличающимся от прошлых лет. По задумке на ледовом городке можно будет переступить на счастье через подкову, изучить детально шахматные фигуры, заблудиться в лабиринте, а влюбленные смогут сделать фотографию около сердца. Взяли за основу то, что у нас должен быть город Братск в центре, какие-то его элементы, его точка в мире, расстояние других объектов, какие-то элементы того, что мы видим всегда вокруг, то есть в нашем случае это елки, Братская ГЭС, лавочки, и какая-то отсылка к современным тенденциям, чтобы он не казался прошлого века. То есть в нашем случае это ссылки в сеть ВКонтакт, сеть, в социальные сети и другие. Как будет выглядеть ледовый городок в Центральном округе Братска, будет известно в ближайшую пятницу. 22 ноября подведут итоги соответствующего конкурса.